Здравствуйте, это программа «Открытый диалог». С вами Николай Пименко. И сегодня мы поговорим о журналистике. Тем более, что здесь у нас в гостях люди, которые этим занимаются профессионально много лет. И помимо журналистики, у журналистов тоже есть свои творческие союзы. И, конечно же, есть свои фестивали, встречи, всевозможные форматы взаимодействия между собой. Ну и, конечно же, как всегда, с вами, которых мы называем общественности. У нас в гостях секретарь Союза журналистов России, председатель Союза журналистов Подмосковья Наталья Александровна Чернышова и руководитель Люберецкого отделения Союза журналистов Подмосковья Рустам Хусейнович Хансферов. Напомню вам также, что речь у нас пойдет о многом, так что мы кое-что запланировали, но вполне возможно, что выйдем на какие-то другие темы. Здравствуйте, коллеги! Добрый день. Вот, во-первых, позволю сразу себе адресовать вопрос Наталье Александровне. Как союз-то живет журналистов Подмосковья на сегодняшний день? Вышел уже из пандемийного и летнего сезона? У нас не было летнего сезона, потому что мы реализовывали проект, патриотический проект «Живая память». И лето у нас было самым напряженным временем. Суть этого проекта в том, чтобы провести исследовательскую работу в 4 деревнях Истринского района, найти, уточнить имена, истории всех защитников Отечества, которые там либо похоронены, либо в их честь установлены постаменты, на специальном ресурсе все это разместить, а затем поставить рядом с этими объектами таблички с QR-кодом. То есть, чтобы мог каждый подойти и прочесть? Дело в том, что до конца история той Великой войны, Большой войны, не написана. Поисковики поднимают, ищут останки. А мне кажется, долг журналистов как раз состоит в том, чтобы информацию о каждом участнике войны сделать общедоступной. Ведь почему происходят какие-то акты вандализма на местах памятных? К сожалению, очень часто. Потому что новое поколение мало знает об этих людях. Для них эти имена, а там на деревенских памятниках, видимо, это, ну, не видимо, это родственники, да. 5-10 одинаковых фамилий. Вся они семья, это да. делают, потому что для них утрачен сакральный смысл этого места. И мы должны исправить эту ситуацию. Угу. Вот такой проект мы придумали, мы выяснили имена, научили журналистов, как работать в архивах, как вести такую поисковую работу. Подружились с специалистами архива, и в том числе архива Министерства обороны в Подольске. И открыли эти таблички, и надо было видеть, с каким любопытством дети это делали. То есть они наводят телефон на эту табличку с QR-кодом, ну да, выходят на ресурс, такая технология, и да. там истории всех этих семей. Потому что, знаете, как-то очень несправедливо. Есть официальный термин «без вести пропавший». Да, да, до сих пор. А каждый человек – это космос. Как это он пропал? И как это без вести? Вот эту весть мы должны до людей донести. Да, это журналистская работа, это, безусловно. Да. да, это работа с информацией. Это журналист. У нас первый проект назывался «Журналистский долг памяти». Этот проект, они оба были поддержаны фондом президентских грантов. И все лето мы этим занимались и открывали эти таблички, и собирали людей. И 4 сентября, позавчера, мы провели фестиваль «Реконструкцию». Там было сотни людей, которые и погрузились в атмосферу того времени. И мы подвели итоги конкурса и наградили 70 человек, участников этого конкурса. Вспомним всех поименно. Вот там были дети от 7 лет и взрослые люди. И это было очень трогательно, очень волнующе. Приехали родители со всей области с детьми. Ну, здорово, то есть такой плавный переход из лета в осень. Да. Ну, а осенью начнется еще и другие журналистские вопросы, потому что Союз работает давно, Союз
я бы так сказал, огромен, да, по количеству участников. Мы еще вернемся к работе, к планам и ко всему тому, что связано с этой организацией. Но нам надо еще подключить к разговору Рустама Хусаиновича, который тоже присутствует здесь у нас в студии. И еще одним из поводов нашей сегодняшней встречи стала так называемая «медианеделя». Слово «медиа» сейчас очень популярно. Мало кто помнит, что такой простой самый перевод слова «медиа» означает «посредник». То есть мы являемся, mm-hmm. журналисты-посредниками между событиями, да, и между теми, кто за этими событиями наблюдает. И я так понимаю, что «Медианеделя», да, Рустам Хусаинович, для этого, собственно говоря, и проводится. И она уже у нас 16-я по счету. Да, да, уже 16-я «Медианеделя». Она стартует с понедельника, 12 числа. А вот во время недели много мероприятий различных, в том числе и мы соберемся с журналистами на круглый стол, чтобы обсудить текущие проблемы, темы. Изберем делегатов на очередной съезд подмосковный. А вот. Будет хорошее мероприятие 14 сентября. Это круглый стол «Честь. Будущее Отечества» совместно с музеем общественной организации «Дети войны. Память». Вот, где будут старшеклассники. Угу. Опять же, да, вот связь с поколением. Да, угу. Да. Вот, то есть на телевидении будет встреча юных корреспондентов, вот здесь на радио, угу. будут мероприятия. Вот, то есть на протяжении 16 лет мы уже проводим эту акцию, то есть эти мероприятия. Вот, а какова основная задача акции? Показать, что журналисты местные как бы существуют, что они есть на местах, что, так сказать, есть и люди, которые именно конкретно по этой земле ходят и знают сами непосредственно о тех событиях, которые здесь происходят, да? Правильно понимаю? Ну, да. Основная задача, я думаю, это поднять престиж профессии, обозначить статус журналиста, потому что он меняется. Меняется содержание этого понятия, особенно в наших современных условиях. Вот. Ну и осуществить вот связь, как вы говорите, общество, СМИ, власть. Вот. В общество входят все категории, все аудитории, которые только возможны, и молодежь, и взрослые. Власть – это представители местных органов власти, ну и региональных в том числе. А как у вас, кстати, представлена власть? Приходит к вам кто-то на неделю, да, принимает да. участие? Ну, я являюсь членом общественной палаты. В принципе, мероприятие проходит под эгидой двух структур. Это общественная палата городского округа Люберцы и местное отделение Союза журналистов. Вот. Но администрация всегда нас поддерживает. То есть на таких значимых мероприятиях присутствуют обязательно либо глава, либо заместители. Вот, представители пресс-службы. То есть обычно журналисты приходят, да, к власти, задают вопросы, мучают их. А тут как бы наоборот, да, вы приглашаете их, чтобы они пришли, поучаствовали, тоже как бы свободно поучаствовали. Вдруг им тоже что-то, может, не нравится в работе журналиста. Нам-то всегда кажется, что мы хорошо работаем, да? Вот, с точки зрения, опять же, работы с общественностью, коль мы обозначили это. И эта неделя будет проходить, то есть каждый день, да, события будут? Да, да. Есть программа. Вот, где, кстати, с ней можно ознакомиться? Она на сайте есть Союза журналистов и подмосковного, и в пабликах нашего местного союза. Вот, на этой неделе выйдет в газете «Люберецкая панорама», «Люберецкая газета» также. Вот. Ну и анонсирование проходит на телевидении Люберецком плюс на радио. Ну и мы тоже в какой-то степени участвуем, да? Да, да. Да. Желающие могут аккредитоваться на мероприятие. Ага. Оно все-таки имеет узкий характер, как бы. Но при желании есть телефон. То есть гостей пустите, если да, что. Да, я понимаю. Это не проблема. Ну а каким вы видите результат? Сейчас же как? Проводится много всевозможных встреч, дискуссий, чтобы не назвать это иногда просто разговором, да, слово «разговор» имеет как положительную, так и отрицательную такую, бывает, окраску. Вот каков результат для вас, как для организаторов, для Союза журналистов, зачем нужна эта медианеделя, задавая вопрос великого режиссера? Ну, во-первых, для журналистов важно общение постоянное, как бы, но мы встречаемся. Чтобы не засахарились. Да, мир меняется.
услышать друг друга. Угу. Вот. Плюс представители общественных организаций, ну, та же власть. Ну, сверить часы, можно так сказать. Ну, любое действие, оно имеет ведь результат. Угу. Вот. Особенно, когда оно материализовано в мероприятиях. Не просто там где-то что-то написал, а встретился, переговорил, принял какие-то решения. Ну и планы, опять же, да. Связи в хорошем смысле этого же слова, что позволяет, опять же, информацию доставить непосредственно человеку. Наталья Александровна, а вот вам, как председателю Союза журналистов Подмосковья, насколько интересно, я так понимаю, это же не только в Люберцах происходят подобные вещи? Я должна сказать здесь, люберецкие журналисты стали законодателями этой моды. Понятно. И уже вслед за Люберцами с медианеделя Подмосковья проходит свыше 10 лет, 12 лет. Уже. Да, уже это означает, что в городах и муниципальных образованиях, городских округах, сейчас их так называют, проходит огромное количество различных активностей, гражданских активностей, которые организовывают журналисты и сами в них участвуют. Они очень разные. Начиная от субботника, который традиционно проводят домодедовские журналисты, по уборке территории вокруг рек. Королевские журналисты 10 лет высаживают сиреневые аллеи. Там. Это инициатива самих журналистов. И заканчивая серьезными круглыми столами на актуальные темы. Когда-то у нас в Раменском был такой круглый стол, где участвовали политические партии накануне выборов, где все высказали свои претензии, а журналисты стали организаторами этого диалога. И договорились не нарушать этические нормы в период такой вот кампании. То есть люберецкие журналисты всегда проводят образовательные, общественно-политические какие-то слушания или встречи, там, неважно. И спортивные мероприятия. Ну, а в этом году медианеделя, конечно, будет посвящена вопросам формирования местной повестки и участию в этом журналистов обязательно. Ну и, конечно, она у нас начинается 10 числа. Начинается она очень интересно. В Егорьевске 5 лет наша коллега и тоже член правления Союза журналистов организовывает фестиваль анимационных фильмов, называется «Пластилиновая ворона». Егорьевск – это родина Успенского, и поэтому… А дальше каждая организация в своем городе организовывает именно то, что интересно ей. В Раменском будут открывать такую же табличку. Они разыскали историю двух журналистов. Один погиб, другой пропал без вести. И здесь, кроме нас самих, о журналистах, о людях нашего цеха никто не вспомнит. Ну и главный ответ на ваш вопрос – зачем это нужно? Да. Это нужно для того, чтобы привлечь внимание местного сообщества к проблемам журналистов. Потому что журналисты интересно, ярко пишут, снимают о проблемах людей. А об их собственных проблемах кто расскажет, кто поднимет эти вопросы, кто обсудит их. А нужда в этом есть, потому что мы живем в такое время, когда само содержание профессии меняется и функционал. Сегодня, сегодня нет монополии ни журналиста, ни редактора на формирование повестки. Ее формирует любой, имеющий телефон в руках. Ну вот об этом и о многом другом поговорим во второй части нашей сегодняшней встречи, потому что, как вы понимаете, три журналиста могут говорить долго. У нас это есть правда. Да, право на небольшую паузу. Напомню, что это программа «Открытый диалог». У нас в гостях секретарь Союза журналистов России, председатель Союза журналистов Подмосковья Наталья Александровна Чернышова, а также Рустам Хусайнович Хансферов, руководитель Люберецкого отделения Союза журналистов Подмосковья, руководитель, можно сказать, 16-й Люберецкой медианедели, о которой мы говорили в первой части. Ну, во второй мы еще раз напомним, чтобы вы не забыли об этом. Ну и сразу же должно сейчас выстрелить ружье, как положено. У нас лежит два журнала. Вот. И возникает вопрос, что это за название такое интересное, сокращенное.
такой дань 90-м годам, когда у нас одна аббревиатура была. Да, ВМЦУ. Вот. Я все думал, что это означает, как это, а оказывается, это расшифровывается. Вот расскажите об этих печатных изданиях, об этом печатном издании. Да, журнал называется «Вопросы местного самоуправления». То есть вопросы вот. Есть. Да. И этому журналу уже 18 лет. Вот, то есть в свое время я, ну, как бы создавал его. И сейчас, ну, вернулся в родную гавань, можно сказать, являюсь главным редактором. Журнал специализированный. То есть он для определенной аудитории, которая занимается вопросами местного самоуправления. Вот знаете, сколько лет звучит это словосочетание в стране «местное самоуправление»? И об этом говорится на самом высоком уровне, самыми разными людьми, и не только чиновниками, политиками, но и экономистами, бизнесменами, и людьми, которые, в общем-то, любят зарабатывать деньги и меньше, скажем так, участвовать в какой-то там политической, да, жизни. Но вроде оно есть, а вроде как и непонятно, кто чем занимается. Вот в вашем журнале можно найти ответы на вопросы? Или вы пытаетесь их найти? Да, мы создаем условия и возможности для того, чтобы человек нашел необходимую для себя информацию. Понятно, что последние 30 лет у нас сформировалась совершенно новая, в отличие от советской системы, муниципального управления, местного управления. То есть у нас появилась выборность глав, советы депутатов появились, то, чего раньше не было. Вот. Часть функций передана с регионального уровня на местный. Вот. И мы здесь очень много материалов аналитического склада. Мы также анализируем, как идет обсуждение совершенно нового закона, который, ну, очень спорный на сегодня является, то есть новый закон о местном самоуправлении, который заменит полностью 131 закон, по которому мы сегодня живем. Вот. И идет бурное обсуждение. И то есть такая площадка для разговора на эту тему тоже. Да, около полутора тысяч различных поправок, и власть федеральная вынуждена пока оттягивать принятие даже во втором чтении. То есть второе чтение его практически еще не было. То есть прошло только первое чтение. Вот, поэтому это судьба... Вы хотите сказать, что вот эти 1500 поправок, ну, условно, цифру эту назовем, власть прям очень хочет, чтобы она обсудила с вами эти поправки? Или она как? Или обсуждается... вы заставляете власть обсудить? Ну, во-первых, эти поправки же в большинстве от муниципалов, от именно этого звена, который занимается местным самоуправлением. Не просто от людей. А журналисты это просто об этом рассказывают. Да, все, да. Понятно. Мы стараемся как бы освещать этот ход, то, что происходит. Потому что это судьба, в общем-то, судьба нашей жизни. Непосредственно на месте, да, на местах, да. Вот. Поэтому это интересно, но все желающие могут выписывать его и знакомиться. Понятно. Ну, я думаю, что подключено. Рустам Хусаинович очень скромен. Да, давайте, наверное, расскажем. Я знакома, ну, то есть я знакома с содержанием этого журнала и должна сказать, что он очень интересен, потому что это искусство редактора. Подобрать интересных спикеров или интересных авторов в журнал – это и есть, собственно, функция, профессиональный Конечно. Подход редактора. Мне этот журнал очень интересен, потому что тема-то очень глубокая. Она на самом деле связана со всеми глобальными переменами, которые сегодня в мире и в обществе идут. И будут идти, и будут идти. Они, это начало. Да. Посмотрите, на Западе институт частной собственности приказал долго жить. Да, ну фактически, да. Фактически, если изымают эту собственность без решения там, суда, забирают и так далее. Вторая священная корова – это свободное рыночное образование цен. Теперь они говорят, давайте мы
потолок цен определим на газ. Какой советский такой подход начинается. Да, давайте мы. Нет. Советская история – это наша история, это славное прошлое наше. Но если… Я имею в виду о плановости некой. Они делают это план, не плановость. Но план, не в хорошем это смысле слова план. Ну, у них это план. Это отношение как колония, где можно диктовать. Угу. Но на самом деле два этих ключевых момента – неприкосновенность частной собственности и свободное образование цен на рынке. Угу. Помните, 90-е годы для всех наших экономистов это было вообще аксиомой и священным символом свободы. Да. А ее сегодня нет. Какое общество будет завтра там? Ну, точно свободное же, передвижение тоже точно, сейчас возникает, да, точно, вопрос. Да, точно так же и у нас. Какой должна быть наша страна завтра? К прошлой системе мы вернуться не можем. Угу. Туда, куда мы стремились и считали образцом западную систему, оказывается, это совсем не образец. И они сами от этих вещей отказываются. А что касается местного самоуправления, я убеждена, что и общество, и власть заинтересованы в создании вот такого нового закона, потому что предыдущий, он был калькирован, опять же, с западных образцов. Оказалось, что не образец для нас западные страны. Но где вероятность, что этот закон будет лучше или, по крайней мере, будет каким-то образом изменен так, что позволит как-то развиваться этой тематике? Вы знаете, вы задали вопрос очень правильно. Вероятность. Да. Вероятность – это как прогноз погоды. Угу. Он может реализоваться, а может и нет. Угу. Но в любом случае мы… Над этим работаем. Общество и власти, и чиновники муниципального уровня должны сделать все, чтобы этот закон был таким эффективным. Последний вопрос. Не могу его не задать. Прозвучали названия любимых газет в городском округе Люберцы. Да. Летом какой-то был шум по поводу каких-то… газеты что-то вроде закрыли, что-то или переместили. В общем, какие-то были у людей информации о том, что с газетами в Московской области происходят какие-то изменения. Вот в лучшую сторону они происходят или, может быть, в какую-то другую? И что происходит конкретно? Я вот сразу к Рустаму Хусаиновичу, как к человеку, который у нас газетчик прежде всего. Ну, надо сказать, что вот я руководил Люберецкой панорамой 15 лет. И в июле заказчик, учредитель основной в лице правительства Московской области, он принял решение оптимизировать систему. То есть газета продолжает выходить, но поменялся издатель, поменялась редакция. Вот, в составе новой редакции осталось 2 человека на сегодняшний день, которые работают, помогают. Ну, это как специальные корреспонденты, да? То есть наряду с нами еще 9 газет. Таким образом, можно сказать, оптимизировали. То есть главный редактор один и главный корреспонденты редактор, по всей области, правильно понимаю? Да, можно сказать так. Вот. Насколько это эффективно, оптимально и удобно для населения, которое привыкло общаться с редакцией непосредственно с живыми людьми, потому что куда можно прийти, поговорить. Да, 1-2 человека – это все-таки для газеты, которая распространяется в 300-тысячном городском округе, этого, конечно, недостаточно. Вот. Но это решение, к сожалению, которое не было тоже обсуждено в профессиональной среде. Время принято. Покажет. Да. Время покажет такие. А, Надя Александровна, прокомментируете? Да, конечно. Понимаете, общественная организация не вправе обсуждать решение учредителя. И с одной стороны. С другой стороны, мы понимаем, что жизнь не остановить, время не остановить. И по всем регионам страны сходные процессы происходят, создают именно холдинги. Так было в Кировской области, так в Воронеже. Но они происходят по-разному. И моя точка зрения, конечно, коль скоро учредитель так решил, вот он и вправе это осуществить. Но
прежде, если этот вопрос затрагивает интересы журналистов многих, если он затрагивает интересы местного сообщества, это решение должно сначала пройти стадию обсуждения, как мне кажется. Ведь если поставить скамейку в том или ином месте, необходимо собрание жителей, да, где они скажут, это правильно, это неправильно, то вопрос, который касается интересов и медиапотребления такого количества людей, конечно, тоже должен пройти был стадию обсуждения. Учредитель вправе принимать эти решения, но если бы он выслушал, проанализировал опыт проведения подобных реформ в других регионах страны, выслушал бы мнение экспертов и специалистов на эту тему, он бы принял свое решение, но, возможно, оно было бы, скажем, более оптимальным или более эффективным. Понятно. Вот такая моя позиция. Ну что, время нашей программы, к сожалению, истекло. И еще раз, Рустам Александрович, напомним про медианеделю, где, когда, что. Со следующего понедельника, с 12 по 18 число, в Люберецком округе будет проходить 16-я медианеделя. Сразу после выборов. Да, да. И приглашаем журналистов, средства массовой информации, общественность принять участие. Программа находится в пабликах на сайте Союза журналистов Подмосковья. Так что так приходите что... и да. участвуйте. Да. Спасибо вам большое. Понятно, что за столь короткое время с такими двумя замечательными, прежде всего, журналистами и коллегами мы не можем обсудить столько вопросов, обо всем хочется поговорить, поэтому я приглашаю вас еще и по отдельности, и вдвоем, и кого вы тоже пожелаете с собой привести, к нам приходите в гости, потому что это вот самое общение между журналистами, иногда очень важный такой элемент разговора с людьми, которые действительно смотрят нашу программу и хотят узнать многое. Надеюсь, что и подписчики у вашего журнала тоже появятся сейчас еще. Спасибо большое. Это была программа «Открытый диалог». С вами был Николай Пивненко. У нас были в гостях секретарь Союза журналистов России, представитель Союза журналистов Подмосковья Наталья Александровна Чернышова и руководитель Люберецкого отделения Союза журналистов Подмосковья, руководитель этой организации Рустам Хусайнович Хансферов.